В декабре 2019 года в приемнике для безнадзорных животных появилась новая обитательница. Немецкую овчарку подобрали во дворе жилого дома в крайне истощенном состоянии. У нее подкашивались лапы, и ей явно нужна была ветеринарная помощь. Собаку доставили в приемник, и почти сразу же у нее начались судороги. Мы думали, что она вообще не выживет. Но были по тревоге подняты сотрудники, был вызван врач. Два дня мы боролись за ее жизнь, и вообще было неизвестно, что с ней будет и выживет ли она. Собака выжила, выздоровела, окрепла и превратилась в настоящую красотку. Назвали ее Афиной. Непонятно, почему ее тогда довели до истощения. По версии тех, кто ее спас, собака жила у алкоголиков, которым была не нужна. Афина явно знавала лучшие времена. Она понимает команды, прекрасно ходит на поводке и ладит с людьми. Собаке примерно 7-8 лет. Породистая, красивая собака. Она не злая, она добрая, очень общительная, позитивная, такая слегка флегматичная, леди в возрасте. Афина живет в приемнике уже полтора года. За это время были желающие забрать ее к себе, но для сотрудников и волонтеров она стала родной. Поэтому к выбору будущих хозяев они относятся очень серьезно. Собаку готовы отдать тому, кто знает особенности породы. Со времен жизни у прежних хозяев у Афины остались проблемы со здоровьем. Животное нужно периодически показывать врачу. Однако тот, кто не побоится трудностей, обретет в ее лице настоящего верного и преданного друга. По всем вопросам, связанным с Афиной, звоните по номеру, который видите на экране. Вместе с ней в приемнике живут около 20 собак. Всем им нужны заботливые и любящие люди. О каждом из этих животных мы рассказываем в рубрике «Ищу хозяина». Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.